Ай, привет, мои дорогие друзья, это я, и мы снова снимаем с вами пранки. Прошу прощения, мой канал удалили, я ничего не могу сделать с ребятами с YouTube. Знаете почему? Потому что просто так удалять миллионник, это что-то значит. И еще мы переключаемся на телеграм-канал, в котором, собственно, вы смотрите этот ролик, да, бро. Это те самые ролики по 10-15 минут, и они будут выходить только в моем телеграм-канале, да. И в инстаграме тоже, собственно, откуда вы пришли сюда, мои братцы-кролики. Так что следите за каждым постом, потому что неожиданный момент выйдет какой-либо пранк, я даже просто не скажу вам это, потому что мне похуй. Мы начинаем этот новый пиздатый ролик. На улице минус 55. Всем приятного просмотра. Мужчина, здравствуйте. Общественное движение хуй в рот или бросайте курить? Чего вы дымите в общественном месте? Кто такой? Кто я такой? Общественное движение. Вы курите в общественном месте, вы дымите. Здесь дети ходят. Давай, здесь. Иди нахуй. Ты че? Ты кому сказал? Кому сказал, ебать? Владик! Какой у тебя Владик, ёб? Гандон. Отойди, блядь. Оставь. Отошел от меня. Отошел, я сказал. Я буду распиливать вас, дураков, нахуй. Знаешь почему, ёб? Я буду распиливать вас. Я буду распиливать тебя, ебать. Сейчас милицию вызову. Какую милицию? У нас полиция, запомни. Милиция была, знаешь, в каком году? Вызывай лучше МЧС, нахуй. Потому что я буду собирать по кусочку. На, подержи. Ребят, извините, а вы меня, да, по новостям показывали? Нет, Серия Россия 24. Кто меня показывал? Ты или ты? Я просто хочу ему набить лицо. Или он это, да, сделал? Ну ладно, едьте. Удачи вам в личной жизни. Добрый день. Да. Могу сделать? 3,50 не хватает. 100 грамм водки взять. Честно говорю, зачем? 3,50. Вы, конечно, хуйню несете, ебать, дядя. Какие 3,50, нахуй? Сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2? Ну пиздец, дядя. Ну ты не выиграл, нахуй. 6. Что значит 6, ебать? Почему 6? Мы без скобок. 2 плюс 2 это отдельный вообще пример. Тогда 8. Неправильно, со скобками ебашили сейчас. Вот сейчас уже со скобками. Ебать, ну ты потерял просто 2,5 рубля. Ну. Пиздец, ну 3,5. Как? Почему 3,5? А нахуй тебе водка? Тебе дать на водку? Ну, давай тебе дам. Мне надо 100 грамм водки. Давай тебе дам на еду, дядя. Реально. Вот я тебе скажу, что на еду. Ладно, бро, держи. На. Я тебе даю на еду, все, давай. Молодцы, я тебе честно сказал, я взял на алкоголь. Бухнуть, ебать, правильно? Ну, и уснуть на морозе, нахуй. Нет, мне сейчас надо просто 100 раз. Веришь? Верю. Ну лучше так не надо. Не делай так. Алкоголь, ебать, это губительная вещь, нахуй. Вот если добавишь на еду, то да. Ой, дядя, ну, ты увидел у меня 5000, ебать. Ну уже нечестно так. Я не увидел. Ладно, если бы ты не видел, ебать. Но ты, сука, подсмотрел эти трех глаз. Что такое? Что ты делаешь? Снимаю. А что там разъебано все? А? Ты сломал? Я? А кто? Ну не я же. В смысле? Что в смысле? Дай посмотрю. Ладно. Дай посмотрю. Нет. Я просто посмотрю, ебал, разобьюсь и не дашь. Ты же знаешь меня, я в натуре. Дай. Дай листочек в натуре, блядь. Соблюдай дистанцию. Береги себе здоровье, ну понимаешь, да? Лучше дать листочек, понимаешь? Полъебало разлетится по всей Пушкинской, а потом собирать будете с друзьями. Правильно я говорю? Вот. Первый этаж, антресоль, первый этаж, какие-то иероглифы. Лист 2, ну, все правильно, видишь? Знаешь, дай дорогу дураку, останешься сам таким, если не дашь, правильно? Вот, давайте, удачи, парни. Только не выкладывай это ничего никуда, понял? Лёнь, ты чё, не узнал меня? Чё, не узнал меня? Я узнался, пацан. Как? Ты не Лёня? Нет. Капец, блин. Ладно, Лёнь, прости меня. Больняшка. Ты чё, сука, а? Ты думал, спрячешься от меня, блядь, да? Я на работе. Ты думал, от меня спрячешься, блядь, да? Чё? Ты, сука, думал, спрячешься, чё, сука? Что? Ты чё, сука, иди сюда, блядь. Пацан, ты обознался. Да? Ты не Лёня? Нет. Бля, извини, я думал, ты Лёня, сука. Думал, ты меня сейчас разводишь, что ты не Лёня. Ты чё, у меня, блядь, бэйчик с собой. А, все, бро, извини, я думал, Лёня, мы с ним играемся так. То он мне ёбнет в ебало, то я ему. Что? Мы боксеры. Ладно, Лёня. Ой, как тебя зовут? Да Витя меня зовут. Витя, прости, все, давай, Витя. Извини. Точно не Лёня? Да, точно. Прости, пожалуйста. Ну все, работай, с Богом. Ладно.
Просто ты спиной стоял, знаешь, типа. Похоже на тебя по телосложению, тоже КМС по боку. Думал, сейчас зарублюсь с ним. Ладно, Лен, давай удачи. Ой, Витя. Давай, Витя. Не кури, бросай курить. Вредно для здоровья, бро. Помяни мое слово. Стой, остановись. Стой, стой. Остановись. Куда ты пошел, еб? Ты куда, еб? Ты че, ебать, нах, а? Попукал, ебать. Ментоши, вот. Я попукал, нах. Ты меня первый ударил, побойся, я тебя посажу, сука. Ты меня первый ударил, я тебя посажу, сука, стой, нах. Сука, стой, ебать. Сука, стой, ты меня ебнул сейчас. Я сниму побой, бро. Ты у меня встал на пути. Я встал на пути? Да. Ты сядешь, нах. Ты сейчас стоишь на пути. Ты сядешь, сука. Ты сейчас у меня стоишь. Ты сядешь, блядь, в тюрьму, нахуй. Готов ебать? Чего? Готов. В тюрьму садись. Ты готов? Кого ебать? Кого ебать? Шлюху? Я уже сижу. Ты где ты сидишь? Я уже сижу. Ты где сидишь, ебать? Я уже сижу. Ты кому сказал это, нах? Ты авторитетному вору, ебать. Из трущоб, нах, а? Я не знаю, кто такой. Все, что хуево лежит, я беру, ты в курсе. И тебя я беру, потому что ты хуево лежишь. О, блядь, двушка полетит, нахуй. Краб Леонид, нахуй, в деле, ебать. Иди нахуй сюда. Краб Леонид в деле, ебать. Мне похуево, ебать. Крабы, они в деле. Что делаешь? Чего еще? Че куришь, блядь, сука, в общественном месте ты? Давай брось сигарету. Скотина, блядь. Выбрось сигарету. Так. То есть дети ходят, ебать. Угу. Дети, сука, понимаешь, что такое дети? Там маленькие люди. Понимаешь, да? Да. Ты накурил, блядь, сейчас. А вы что курите, дядя? А? В общественном месте. Что ты машешь гривой? Бросай! Ну что ты машешь гривой, блядь? Да в смысле докуришь ты и бросишь? Сейчас уже ребенок пойдет, блядь, кашлять начнет. Папа тебе в свертухе ебнет, еб, сразу за то, что ты надымил на него. Бросай, дядя, ты шо? Блядь, намутил хуйни какой-то. Шо этот, блядь, чебурек? Шо ты? Ты ж нормальный мужик, ебать, без шапки ходишь. Ладно, братан, что, починил процессор? Починил. А что сломалось? Да все сломалось. А ты что, игроман, да? Или просто задрочился, да? Наебнулась система, ебать, порнохлап, хуяб, сиськи, дойки. Куда пошли стоять на месте, нахуй? Ты что, слепой, нахуй? До свидания. Куда ты? Ты кому сказал? Ты че ебать, нахуй? Вас разъебать здесь двоих, алло. Ты, блядь, сюда спустился. Делаешь? Спустился, ебать, ты че на землю, нахуй? Ты че, блядь? Иди сюда. Ты кому сказал? Ты че, боксер, ебать? А ты кто, ебать? Ты... А ты кто такой, нахуй, ты? А ты кто, ебать, такой, нахуй, а? Парни, вы что, ебать? Бля, ты перебрал? Вам перехуярить ебасосили, нахуй, блядь, дурачина. Я ебал, расшибу тебя, дурачик. Ты перебрал? Я перебрал, ёпта. Да? Мотор, ёпта, на своей Kia Rio, нахуй. А ты что, перебрал? Говно в туалете перебирал, нахуй, ёршиком, ёпта. Ты, ебать, говноед, нахуй, и ты тоже. Дебил, ебать. Иди сюда. Иди сюда, иди. Ты что, не отойди, понял, нахуй? Отойди отсюда. Ты что, ебать, нахуй, отойди, а? Отойди отсюда. Отойди. Ты нахуя продукты ворочишь? Четырёхглазый, ёпта. Отойди отсюда. Четырёхглазый, нахуй, или чё, ёпта? Ты чё, ёп? Ты четырёхглазый, ёп? Отойди. Чпок. А? Ты чё, ёп? Вертуху, нахуй. Вертуху тебе ёбнуть, нахуй, а? Я нахуй отойди. Да. Это я, блядь, да? Да ты ко мне сказал, ты? Да. Иди сюда, нахуй. Нахуй отойди. Ты чё, ёб, нахуй? Ты чё, ты, блядь, ты на крабы нарвался? Ты на крабы нарвался, ёб. Ты на крабы нарвался? Отойди. Ты в курсе, ёб? Братан, нахуй отойди, пожалуйста. Как это нахуй отойди? На чей хуй мне отойти? Ты нужен что-то от меня? Есть пару креветок. Братан, еще раз спрашивай, ты что-то нужен? Креветки есть? Так есть креветки или нет? От меня что-то нужно? Креветки есть? От меня что-то нужно тебе? Ну. Это ваш знакомый? Да, это наш знакомый краб. Тройка есть? Нет. Тебе еще что-то нужно? Ну, бля, ну сразу так бы и сказал, что нет тройки. Еще есть какие-то проблемы? Ну, все, нет тройки, так нет, все, пока. Иди нахуй. Ну, сам иди нахуй, ебать. Я к тебе подходил? Ну, вы не ругайтесь. Он у меня первый обозвал, он сказал, иди нахуй, черт вонючий. Сам ты четырехглазый, урод гондон.
Ну вот, блядь, я ему сказал дизель, ебать. Что заливал? Позовешь сюда, нах. Ты что, блядь, Джеки Чан, у тебя что, 9 жизней, что ли, я понять не могу? В смысле понять не могу? Какого хуя, блядь, ты 95-й? Ты, блядь, давай 95-й на свой трактор был заливать, это во-первых. Твой друг мне сказал, понимаешь? А при чем же мой друг, это вообще кто такой, ты нахуй? У меня дизель, братан, дизель. Плевать надо, блядь. Слушай, братан, ты говоришь, ты мне сейчас предъявляешь, я ему сейчас дам фас. Он так тебя уебёшь, что ваше все ебало. Вот по всему Газпрому будут разлетаться, что весь Газпром будет собирать ваши ебальники здесь. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Ты в курсе, что машина дизельная, ты? Дизель? Дизель, ебаный в рот, ты чё? Сказал, кто, пятый? Блядь, сказал? Это чё, пятый мне сказал? Ты ему сказал, вот. Я водитель, ты ему сказал пятый? Дизель, я сказал. За ведром пиздуй, пиздуй за ведром, ебать. Сливайте, нахуй, вы охуели, ебать. Тебя чё, разъебать, нахуй, дядь. Вопрос решается по-другому. Я тебе сейчас даю 1000 рублей, ты идешь, покупаешь бинты, зеленку, мы будем бить тебе ебало, держи. Сразу залатаешь себя просто резко, нахуй, раз. Чтоб ебало не разлетело.